What was someone? Ah, да? Да. Bonjour. So good? No, no, no. Okay. Yes. Monsieur. Его открыли в 2019-м. Это было последнее открытие в ноябре. И в феврале, собственно, разразился ковид. Ну, да. Сервис. Свитер-клуб 180 квадратных метров. Этот цвет, он такой артистичный очень. Собственно, декор этого сьюта, он вдохновлен декором фотостудии Аркура. Эти цвета золотые, черные, красные. Это все цвета фотостудии Аркур. И вот этот салон, он трансформируется в фотостудию. На самом деле, выносится пока клиентам, могут быть на обеде, завтраке или еще в спа. Весь вся мебель выносится, опускается экран, устанавливаются прожекторы. И здесь такое полное впечатление студии создается. Он так, для меня это какая-то монмартровская студия артиста. Эти еще окна, которые называются «Эльбеф», такие чисто парижские, французские, около таких окон балерины разминаются перед спектаклем в Гранд-Опера. У него есть своя... Я даже не знаю, как это назвать. Артистическая такая театральная комната с дрессингом. Да, да. Угу. С именно с макияжным столиком. Будуарная? Будуарная, да. И там свой спортзал, который можно было бы сделать как второй номер для ребенка, ой, вторая комната для ребенка. Ну, предпочли сделать спортзал. Но эти вот сюты, они открываются, вот уже этот сюд открывался с целью стать паласом, потому что раньше в Кетсе не было больших таких сютов. Самый большой был вот этот сюд Париж, который мы только что видели. Камера, но очень. Вот вам и Луи Виттон. И окно в Париж. К сожалению, на самом деле это такая информация, но магазин будет перемещаться в то здание, вот которое сейчас все так же на реставрации. А здесь будут делать отель в этом здании. А, да? Луи Виттон? Ну да, у них же есть уже Швальброма, я не знаю, как они этот отель уже будут называть, но это та же самая вещь. У них несколько мотелей. Как именно тут назовут, неизвестно. Но то здание, вот, которое LVMH тоже, которое Арно выкупил, которое сейчас на реконструкции. Ну вот где там, типа, как чемодан, да? Да, да, да. Мы на самом деле очень обрадовались, потому что думали, что уберут леса, и тогда арка будет видна полностью. Они же нам закрывают всю арку практически. Но нет, поздно. Они продолжают там ремонт внутри здания и еще по ходу вот это закроют. Красиво. Ну, он такой будуарный, камерный, он такой для ханимунерсов, например. С мужиком, да? Сзади. Это
Можно шторки задвинуть. Жерар Филипп, Фанфан Тюльпан. Несмотря на то, что мы под крышей, особенно в салоне, не создается такого впечатления, потому что он достаточно просторный, светлый. Особенно когда солнце, вот это вот с террасы идет этот свет солнечный, и в окна тоже очень красиво. Париж еще на неделю под этой мглой. А вы после Нормандии куда? Я не знаю еще. Надо в Динар. А хотя я не знаю, как там отель или нет. Сен-Мало. Я туда собираюсь как раз. Там дожди только. А сейчас везде дожди будут. Мы уже в таком периоде, что... То есть вот здесь, да, они при это самое, делают все фотосессии? Угу. Ну, прямо вот здесь, да? Не, на самом деле, вот это мне привыносится, опускается экран, все занавешивается. У нас вот в этих сундуках оборудование, прожектор, все крепится. И здесь создается прям настоящая фотостудия. А, вот эти сундуки, да? Угу. Это кто? А где? А, комната эта. На портрете? Нет, та же. Угу. Так. Здесь у нас даже Константин Хабенский можно отыскать. Это где? В верхний ряд, третий. А, вот он. Угу. Да. Международные звезды. Выбрали они международные звезды. Азиатские, даже российские. Достоин. С книжками, кстати, неплохо получается. Да, очень красиво. Но если вы заметили, Джой тоже такая стильная. Да, да. Вот как раз Джой очень неплохо. Джой очень хороший ресторан на самом деле. Там очень маленький выбор меню. Это зеркало. Ой, зеркало, окно. А. Я часто утыкаюсь в них. Я еще в свое время, когда мы визитировали, я никогда не забуду. У Мажестики как раз-таки в нашем отеле. Мне захотелось понюхать парфюм Dior. И чего? Ну вот сшибло витрину. А-а-а.